Всем привет! Меня зовут Мария Могильная. Сейчас я нахожусь в Грузии, в замечательном городе Тбилиси. На детском Евровидении 2017. Да ёлки-иголки. Я надеюсь, что, блин, да что это такое, что... На детском Евровидении 2017. Я надеюсь, что каждый из вас будет голосовать за представителей именно вашей страны. Ну а я хочу побыстрее познакомиться с ними и А, так там снизу маленькая камера, а эта штука гигантская. У меня тоже есть камера, экшн-камера. Но она маленькая, вот такая. Ну, а я желаю всем участникам удачи. Да зачем? Ну, а я желаю всем участникам удачи. Три. А мы уже снимаем? А с вами была Мария Могильная, победительница телепроекта Академии Евровидения. В Грузии уже вечер, и именно сейчас наши участники детского Евровидения 2017 находятся на генеральном прогоне песен. Репетиции, блин. Что-то каш какой-то наболтала. А вы мне включили? В Грузии уже утро, и все участники детского Евровидения сейчас завтракают перед выполнением ответственной... Не, надо переснять. Ну, а может, кто-то еще и высыпается перед ответственным днем, так как именно сегодня свершится главное событие этой осени. В Грузии уже утро, и все участники детского Евровидения 2017 завтракают. А что дальше? Всем привет! Меня зовут Мария Могильная. Сейчас я нахожусь в Грузии на детском Евровидении 2017. И теперь следующее. Это мы будем обрезать, да? А, вы же снимаете? Всем привет! Меня зовут Мария Могильная. Сейчас я нахожусь в Грузии на детском Евровидении При голосовании вы можете выбрать от одного... Ой, еще раз. Нет.
А вы уже проголосовали за своего фаворита? Фаворита. Всегда была проблема с этим словом. А сейчас мы заходим в святую святых, в студию, где работает помощник саунд... Как? Продюсер саунд-дизайна Коба Мисхия. Все. Вот это поворот. Что-то как-то высоковато. О, это же фонарик. У нас такой же есть. У нас из Икеи есть такой. Здесь же есть фонарик. У нас просто такой же есть. Там-там-там. Возьмем твою песню. У нее же есть песня? О, окей. Нет. Наушники включились, но я не слышу себя. О, вот это поворот. Она быстренько сбегает за флешкой. За мной следят. А я тоже? Я за вами слежу. Хорошо. Все, закончили, да? Да. Уай. А с вами была Мария Могильная, победитель телепроекта АКР. Как вы видите, все остались счастливыми. И не Дорогие телезрители, вы меня точно внимательно слушаете? Все, отлично. Мне надо еще раз. Дорогие телезрители, вы точно меня внимательно слушаете? Ага. За все детское Евровидение я так зарядилась эмоциями, что сейчас готова петь все песни. Сердце не зупынь, сейчас. Сердце не зупынь, не зупынь, Но я ливень пустыни, самая сильная, самая смелая, мечта твоя. На-на-на-на, speak up, на-на-на-на-на-на, слов не знаю я, на-на-на-на-на-на, и еще там не знаю я дальше что-то. Там в лифту какой-то дяденька, очень похожий на монатика. Я в шоке. А тем временем уже почти все участники прибыли в отель. Нет. А тем временем... А тем временем почти все участники уже прибыли. А тем временем все участники... Приезжайте в Грузию и попробуйте обязательно хачапури. И хинкали. Но лучше хачапури.